Первая остановка по дороге в Турцию. Мы заехали на Сакар. Вот наш автобусик, на котором мы едем. Нам сказали попить кофе. А мы прям заходим, а тут сколько спиртного. А мы идем пить кофе. А что это за кучерявый мальчик? А, кучерявый мальчик, покажись. Кукусик. Андрюха, шо в ухе? Вика, а ты завидуешь, да? Шевелюре Андрюхиной? Ты завидуешь со своим хвостиком? Да, я чипсы взяла. А ты чипсы взяла? А мне зажигалку надо. Посмотри на бумаги, а то вдруг там одна. Давай, паспорта, паспорта. Так, Вика уже проходит. Я всех пропускаю. Артем прошел, Вика прошла. Саша вот мой стоит. Что-то у него там спал неудачно. Заложились волосики как-то неправильно. Как можно пройти мимо duty free и не купить вот это? Балантайс. Хороший напиток. Классный. Очень. Знаем, пили. Ну что? Начинаем отдых. Где Артем? А где собутыльник? Андрюха, не задохнись. Конечно, идут уже обнимаются. Уже целуются, обнимаются, да. Мамочки, иди сюда. Тёмочки. Братика увидела, братик. Боже, боже, все снимают. Так, говорят, Артем первый раз в самолете летит. Я, кстати, не летал. Я был, блин, по всей Европе, но не летал. Я по земле. А придется. Да, да. Смотри. Смотри, мы вон купили для этот... Для меня просто шок... Покажи, вон, для смелости мы уже взяли. Для меня просто шок то, что мне сказали в аэропортах duty free дорогое. Я вообще к этому не привык. Наоборот, дешево. Мне говорят, тут дорого, тут дешево. О чем ты говоришь? Вон 13 евро. Мы когда были на границе Польши, там duty free вообще просто копеечное. Там виски ящиками все гребли. А тут типа, ну не так уж и дорого. Ну ладно, ничего, нормально. Маша, все уже знают или нет? Уже нет, нет, все тишина. Тишина, молчим, что Маша делала, молчим. Только в ее блоге узнаем. Маша, это не как обычно. Это... Угу. Это Артем. Я принимаю успокоительное. Какое? А, ты же Таня, боишься летать. Лиса. Ничего, не страшно. Это моя мама. Привет. Давай я подберу. А я мы очень классно вернем подробнейшие влоги. Все, хватит? Положи. Да не, куда кого хватит. Еще будем? Так, ну а что, мы ее повезем с тобой это самое? Я думал, по три и все. Вы хотели не есть? Вот как тут можно снимать влоги, когда все давай, с камерами? Давай. Нет, да? Ты без камеры, да? Боже, и Артем сегодня без камеры. Я уже снял. Боже, даже Вика сидит и ест. Только Маша снимает. Маша меня, я ее. Танцы на воде ей. Смотрите, все висят на поручнях. А я вам скажу, мы последние забежали в этот автобус. Мы не слышали, как объявляли посадку. Ну... Всем грузиться, а мы протупили. Бежали, как обычно.
Говорят, не снимайте. Как можно не снимать, когда мы все грузимся? Мы все в самолет. Все в самолет. Ура! Мы в Турцию! Это мой муж. Он готов лететь. А там моя дочь. Она тоже готова. А впереди моя внучка. И мы все дружно улетаем в небо. Смотри, какие двигатели висят. Да, крылья. Это знаешь, как в том анекдоте, когда... Какой из Артема? Вам допоможет суть з безпеки, яка знаходиться в кишені крісла перед вами. Будь ласка, уважно прочитайте її. Помоги через плиз Після посадки літака в світосовно буде вимкнено, якщо необхідно, будь ласка, користуйтесь даним висвітленням. Таким ось вітрою гарантії копалини від місцесою, зміняйте послігати. Будь ласка, переконайтесь у тому, що ваші ремені безпеки застигнуті, столики закріплені, стільки столом вертикальне положення, стосується знішні ілюмінатори відкриті. Під час цього польоту ми просимо вас слідкувати за світловим табло застигнути ремені. В інтересах безпеки польоту забороняється використовувати будь-які електронні прилади під час руління, зльоту та посадки літака, а також на вимогу бортпровідників. Нагадуємо вам, що палити на борту літака, в тому числі електронні сигарети, категорично заборонені впродовж цього польоту. Дякуємо за увагу та бажаємо приємної подорожі. Please make sure that you see the person to try to be secured, see the size Эти не первый раз летели. Спокойно, медленно идут. Зато я знаю, кого поздравить. Кого поздравить с первым полетом, я знаю. Кого поздравить? Артем, как пережил? Нормально, но ноги очень сильно болят. Все остальное хорошо, да? Саша, надуй мне подушечку. Потому что я посмотрела на вот это вот, вот, вот смотрите, вот там. Лежбище. Вот там вот. Смотрите, лежбище котиков. Вот там Артем. А вот здесь свободное место. Я думаю, что я сейчас приму такое же положение. Ну так принимай. А Вика, у нее длинная шея, поэтому у нее две подушечки. Ехать нам примерно до первого отеля 5 часов. И поэтому я лежу. Говорят, 5 часов ехать до отеля, это капец. Вам не говорил ваш турагент, что ехать 5 часов? Он, наверное, шутит, потому нет? Что он не может такого быть. Хорошо. А вам говорили, что в Турции надо торговаться? То есть, когда не торгуетесь, турки обижаются? Да. Говорили? Слушайте, нам инструктор нет. Торгует, да? Ну, тогда вот я вам говорю. Ну так, начнем. Смотрите, если не будем торговаться, я просто буду... По Алании круги мотать. У нас будут 5 часов. Ну что ж, начинаем. 5 часов. Давайте час. Час. Мы хотим быстрее. 15. Мы приехали, нас выгрузили. 6 часов утра. Все здесь очень красиво. Очень тихо. Потому что 6 утра. Все дружненько стоят в очереди, и нам, о, какой лифт прикольный, нам вот такие вот цепляют штучки. Лифт красивый. Саша уже меня строит. Ой, мы тут столько всего позаполняли. Мальчик, он уже валяется. Конечно, умный, молодой, все позаполнял. Эти тоже все уже позаполняли. И мы тоже все позаполняли. Саша, бери бумажки, нас уже кормить будут сейчас.
Красота кругом, Машка там бегает, он уже все снимает. Все везде красивенько, боже мой, боже мой, боже мой, очень огромный отель, очень. Это мы только зашли сюда, летняя, вот ресторан «Лето», на улице, там внутри все очень красиво. А там бассейн один, вон огромный, огромный, я надеюсь, что он глубокенький. Ага, вон там второй бассейн, еще больше. Боже, как красиво, как красиво. Мои все размещаются. Мы уже тут столы выбираем. 7 утра, а мы уже кушать, кушать, кушать. Всем привет! Это вообще супер, супер, супер. Смотрите, какая кругом красота. Какая природа. Все зеленое, все красивое. Боже мой, вон, вон, вон. Я просто кручусь, верчусь и не могу налюбоваться. Здесь можно забыть обо всех проблемах. И я надеюсь, что я о своих проблемах хотя бы на 7 дней этих забуду, отключусь. Самая большая проблема моя, о которой я сейчас думаю, это как там моя собачка. Ох, эта собачка. Ну, вчера вечером все было нормально. Я созванивалась с Аленой, все было хорошо. Так, я думаю, что Маша и Вика уже скинули все, что они ели наверняка, показали, а я показываю уже только пустые тарелочки, поэтому всем понятно, все было вкусно. Ваши впечатления? Супер! Да, очень даже. Лестница, конечно, вообще. Ой, ну отель, конечно, просто красивенный, просто красивенный. Куда? Это мы еще в номера не поднимались. Мы еще в номера не поднимались, а там... Жуть. Царская лестница, царская. Да. Какая красота! Это дорога к морю. Смотрите. Просто... Вот это ресторанчик, где мы завтракали. А куда это вы? А куда это вы? Очень красиво везде, очень красиво. Просто мы сейчас вот разбегаются глаза. Не знаешь, ой, бассейн какой. А хочется на море. Так, иду за всеми. Куда это меня ведут? По ступенечкам. По-красивому, конечно, пандемия это плохо, но я вам скажу с другой стороны, какая везде чистота и красота. Боже мой, драют, все автоматизировано, руку поднес, все, водичка потекла, мыльце капнуло. Ого, какие. Дорожка к морю, боже мой, это отпад. Вот на этих пирсах прямо грибочки, вот эти все покрытия, накрытия. Интересно, оттуда нырять можно? Откуда? С вот этих пирс. Там, высоко? Ну да. Надо узнать, какое дно, а потом нырять. Маша нам тут такое про море порассказывала, что просто уже мы туда сейчас пойдем и оттуда не выйдем. И вообще, и это и умножь на 10. Наконец-то нас заселили. И сейчас обзор номера. Вот, сразу поворачиваем. Ну, чистота, красота, все натерто. Такой вот умывальник с этими огромными тумбочками, что туда ложить, я не знаю. Так, ну, туалетка, туалет. О, душевая, классная душевая, отличная. Отличная душевая, там для полотенечек. Ну, в общем, чего хотеть от ванны, абсолютно. Так, здесь у нас шкафы. Шкафы. Я не знаю, зачем так. Сейф, отлично, сейф есть. Боже, шкафы какие огромные. Я не знаю, на сколько тут человек рассчитано. На два человека здесь рассчитано. Боже, вешалок, сейчас все повесим. Как я люблю, когда в отеле много вешалок. Сейчас посмотрю. Так, смотрите. Вот мы живем здесь вдвоем. Абсолютно я не понимаю, зачем нам столько кроватей.
Ну, номер, судя по всему, семейный, рассчитывают на детей. Потому как ты с ребенком, то большая скидка. Вон зеркала. Ну, я не знаю, красивый номер. Что там говорить? А, Саша, а что здесь? Вот эта тумбочка, наверное, тоже. Тут, наверное, холодильник. А ну, открывай холодильник. Холодильник маленький. Холодильник маленький. Что в холодильнике? А ну, открывай холодильник. Что, не открывается холодильник? С другой стороны открывается. Ты его как-то отодвинул. Ага. Две бутылочки водички. То есть мини-бар не предусмотрен. Понятно. Так, LG телевизор, пультик. Дай пройду дальше. Так, ну что, классное зеркало. Так, ну мы уже с моря, я вся мокрая. Так, я рассказываю, вот что, рассказываю своим подписчикам, что я уже мокрая, чтобы не удивлялись, почему я такая. Так, здесь вот такой мягкий стул красивый. Ой, здесь еще один диванчик. Тумбочки, боже мой, ну тут, конечно, да, вот такой вот пуфик, на котором можно... Сидеть, вытянув ножки и монтировать для вас видосики. А тут картиночки. Классные шторы. Шторы, так, люстра. Ну, очень современненько все. Вот я еще поворачиваюсь. Вот так вот все. Ну, в общем, очень большой номер. И очень классный. Ну и что? И выходим на балкон. На балконе, смотрите, прелесть, столик, два стульчика, классно. И что у нас тут из окна? Супер, из окна у нас море. Море, бассейны. Так, а здесь у нас, в общем-то, отель удачно стоит. Я так понимаю, что можно в город сгонять. Вот этот стульчик. Да, классно. Классно. Вот этот отельчик напротив, такой более уже как бы старенький у нас. У нас шикарный, мне очень нравится. Угу. Так, в общем, я уже доснималась и договорилась, что мне батарея садится. Ах, идут циферки. Супер! Тапочки нам выдали. Полотенца классные. Ой, боже, как хорошо! После этого перелета, после этого всего, я с душа, классно, все, отдыхать. А мы тут вдвоем на берегу моря, смотрите. Ну, не только вдвоем, здесь много народу. Народу много, но мы вдвоем за столиком. Да. Пьем классное белое вино. И море блестит. И да, переливается море. И ждем наших, сейчас все прибегут. А то знает, что мы такое место нашли. Да, я уже написала в чат. Вы тут чат создали? Турецкий. Ну, в общем, вы поняли. Мы отдыхаем. Все у нас классно. Поэтому до завтра. Люблю, целую, Таня.